Привет, ребята, меня зовут Вика, и вы попали на мой канал. Сегодня очередной влог про Астрахань. Завтра я уезжаю. Я уже примерно собрала вещи. И не обращайте внимания на шум, это у меня тут тоже шумит вытяжка. Так, всем доброе утро, и мы уже выезжаем. Итак, я уже на месте, я уже приехала. Я это встала. Где Полина? Ну, харе! Да ёшкин кот! Мы уже приехали, сейчас 7 вечера. Курлык стайл! Держи её! Вот я вас, короче, люблю, если ты не будешь любить, значит меня убил Настя! Мы уже на даче, и сейчас уже без 10:06 по местному времени. А это значит, что Новый год наступит через 6 часов. Кажется долго, на самом деле нет. Все это очень быстро сейчас прилетит, потому что 2 часа назад мы приехали сюда, казалось, как будто 5 минут назад. И нам еще предстоит некоторое приготовление, куча готов. Сейчас уже 9 вечера. По местному. И скоро Новый год, я уже сделала макияж, я готова полностью. Орёт музыка, я не знаю, как я буду свой голос улучшать. Но сейчас 9 часов вечера, я полностью готова, как видите, с макияжем. Сейчас мы на улице. Скажи, зачем нужны нам эти люди? Давай с тобой, мы отдохнем с тобой вдвоем. Итак, мне сейчас немного плохо видно, потому что здесь плохое освещение, но мы уже собрались, и сегодня уже как бы третий. Полин, сегодня какое число? Сегодня 2 января, и мы уезжаем с дома. Все вещи мы собрали, сейчас там быстро наводим порядок. Вчера я не снимала только потому, что, в принципе, не было ничего особо интересного. Сейчас уже 25 минут пятого. И мы собираемся на ледовое шоу. Еле успели. Вот. И мы уже приехали на ледовое шоу. Уже 11 часов вечера, а мы вернулись с ледового шоу Ильи Авербуха, а Снежная Королева еще в 7, и, господи, это было максимально отвратительно, это было ужасное шоу, это просто было очень ужасное шоу, отвратительное шоу. Самое смешное, что билеты продавались как на шоу ледовое Снежная Королева Ильи Авербуха. В итоге оказалось, что у Ильи Авербуха этого шоу вообще нет, я разочарована. Доброе утро. Итак, сейчас уже 3 января, пол третьего дня. Я встала только 2 часа назад. У нас через 2 часа уже квест. И мне нужно на него побыстрее собираться. Так что я пойду, наверное, сейчас собираться. Кстати, я вам уже какой раз пытаюсь рассказать о своей проблеме, но так не могу рассказать, забыла. У меня соскочил задний брекет. Я, кто не знал, я в брекетах, и у меня задний брекет тупо соскочил. Ну и осталось 10 минут до начала квеста, а мы только выходим. И я сейчас, здесь есть лифт, но я иду по лестнице, потому что, как вы, наверное, понимаете, после 1 января нужно приходить в форму, потому что это капец.